Учащиеся общеобразовательных учреждений России готовятся к итоговому сочинению. Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение и изложение является обязательным этапом завершения среднего общего образования и допуском государственной итоговой аттестации. В выпускных классах определены 5 открытых направлений тем итогового сочинения на текущий учебный год. Отмечается, что в республике в этом учебном году в написании итогового сочинения примут участие более 2000 учащихся выпускных классов. Впервые сочинения участники будут писать не в образовательных организациях, а в 58 специальных пунктах. Итоговое сочинение проводится в первую среду декабря. В этом году выпадает на 6 число. Первую среду февраля – это 7 и 16 мая 2018 года. С результатами своей работы выпускники могут ознакомиться в образовательной организации не позднее 2 рабочих дней со дня их утверждения.